В Пушкинском сквере снова появился бюст самого известного русского поэта. Несколько месяцев назад его сняли, чтобы заменить постамент, который диссонировал с окружающей обстановкой и в целом выглядел эстетически неважно. Теперь бюст Александра Сергеевича красуется на гранитном основании, где позолотой написаны строки из его стихотворений. Отреставрированный перед днем города сквер обрел свою доминанту. Сам бюст, правда, еще предстоит очистить от налета. Подробности проделанной работы мы сообщим дополнительно.